Москва, 13 июля. РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, обсудит ситуацию в Приднестровье и двусторонние отношения, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Состоится беседа с президентом Молдавии Игорем Николаевичем Додоном. Различные вопросы, и ситуация в Приднестровье, и ситуация в Молдавии, и ситуация в двусторонних отношениях при завтрашних контактах будут завтра обсуждены, сказал Ушаков, отметив частоту встречи двух президентов. Решетка Юрий Ушаков, решетка Игорь Додон, решетка Владимир Путин, решетка.